Конкурсная часть регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» стартовала. Соревнования проходят по 28 компетенциям на разных площадках. На этой 5 участниц демонстрируют свои навыки в сфере парикмахерского искусства. Каждая из них представляет разные учебные учреждения. За деталями процесса следит команда сертифицированных экспертов, они же потенциальные работодатели. В первый день конкурсантки должны выполнить окрашивание и прическу на длинных волосах. На это задание у студенток 3 часа. У нас будет еще второй модуль сегодня, это будет стрижка с окрашиванием. И завтра будет второй конкурсный день, у нас будет выполняться мужская стрижка и укладка «Холодные волны 30-е годы» в два этапа.